Сегодня отбылось посяджение коллегии управления спорту и туризму Гомельского облвыканкама. На парадку дня пытание развития туризму. Главный показчик у этой сферы – экспорт. По выниках 2018 года Гомельская область с доведенными личбами справилась. Организации региона экспортировали туристичных послуг на 15,5 млн долларов. Передумовов для таких показчиков несколько. Это у тем лику и 30-денный безвиз. Однако главное, что у Гомельской области – вызначыліся з найбольш перспектыўнымі для рэгіёна відамі турызму. Гэта дзелавы, сельскі, спартыўны і медыцынскі турызм. Дарэчы, апошні не губляе сваіх лідыруючых пазіцый. На адпачынак у нашых санаторыях у замежнікаў попыт стабільна высокі. Асобна разгледзелі падчас пасяджэння пытанні развіцця турызму ў Жыткавіцкім раёне. Гэта рэгіён адзін з самых перспектыўных. На сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что там сформирован продукт, который хорошо продается. Это религиозный туризм, потому что сегодня все-таки святыни там наши находятся, и люди продолжают туда ехать. Ну и мы говорим о том, что сегодня это туризм, ну, как бы такой смешанный, и агротуризм, и охотничий туризм, потому что все-таки приближенность к национальному парку плюс наличие хороших мест размещения, рыбалка, охота, значит, ну и я бы, конечно, не списывал и говорил бы о том, что сегодня у нас Туровщина и Жидковичи были, ну, скажем так, тем регионам, которые показали, что такое промышленный туризм, и очень многие предприятия по их стопам пошли, и до сих пор, я хочу сказать, они держат планку.